смотрите через несколько минут. Информационная программа «Наши новости». Здравствуйте. Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. В студии Кирилл Политов и Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Торнадо на смену граду. Власти пообещали помочь в устранении последствий урагана. Досмотр, как на режимном объекте, на выпускных школьных экзаменах списать не дадут. Задолжал? Садись в тюрьму. Руководителя Новоалтайского завода могут серьезно наказать за задержки по зарплате. Погибших нет, но последствия урагана ужасающие. Их сегодня устраняют по всему краю. На эти цели власти региона пообещали выделить средства из резервного фонда. Ветер достигал силы в 35 метров в секунду. Такой специалисты называют ураганным. Он сопровождается значительными разрушениями. Их как никогда много на Алтае. Интернет полон видеороликов и фотографий того, как это происходило. Некоторые из них предлагаем посмотреть без комментариев. Вот это погода. Сегодня как никогда прям. Офигеть, это град. Офигеть. Смерч на окраине Славграда и в селе Гришковка стал, пожалуй, отличительным признаком минувшего урагана. К счастью, никого из людей он не захватил свой круговорот, но напугал многих. Добавил страха и крупный град. Фотографии ледяных комочков сыпятся в интернет из разных уголков края. По всему региону сотни поваленных деревьев, десятки пострадавших автомобилей и сорванных крыш. Больше всего пострадала школа в Завьяловском районе, в село Туманово. Здесь слетело металлическое покрытие площадью 240 квадратных метров. И в Тальменке с центральной районной больницы улетела крыша площадью 230 квадратных метров. Сегодня оперативно созданные комиссии проводили обследование поврежденных зданий и подсчитывали ущерб. Помощь в ликвидации последствий алтайским муниципалитетам обещает оказать край. Средства должны перевести в ближайшее время. Вот между тем, обрушившиеся дожди могут спровоцировать резкий подъем воды в алтайских реках. Такой прогноз делают специалисты. Пока вторая волна паводка не началась, на большинстве водоемов ситуация стабильная. Тем временем в Рубцовске только сейчас закончили бороться с последствиями первой волны половодья. Сегодня здесь нет подтопленных участков и жилых домов. 100 служащих Сибирского спасательного центра, которые приезжали к нам на помощь из Новосибирской области, отправились домой. А вот жители села Вылково Тюменцевского района до сих пор остаются подтопленными. 2 месяца люди вынуждены жить в антисанитарных условиях. Все это время в райцентре остаются затопленными 2 центральные улицы. Одна настолько сильна, что по ней нельзя было проехать. Добираться до магазинов и социальных учреждений некоторые жители вынуждены на лодках. Долгое время, жалуются люди, местные власти совсем не обращали на проблему внимания. Предпринимать первые действия стали только после того, как жители Вылково обратились в общественные приемные политических партий, прокуратуру и в СМИ. Селяне рассказывают, что на прошлой неделе в село наконец приехали представители власти и спасатели. Они установили насос для откачки воды, но это не решило проблемы. На 2 машинах приезжали, они все спрашивали, расспрашивали. Они говорят, что это будут, их работают. Они эта маленькая помпочка, наверное, до 9 часов в век работала. Ну и стала убывать вода все равно. Сейчас этот насос сделают и будут откачивать. Барнаульские автомобилисты жалуются на пробки из-за ремонта дороги на одном из главных проспектов города. Он начался еще в апреле. Новый асфальт вроде бы уложили, но затем в полотне дорожники начали вырезать отверстия под колодцы и разрывать парковки рядом с пешеходными переходами. В ситуации пыталась разобраться Алена Февраль. Сегодня утром, проезжая по Красноармейскому проспекту, Галина Пономарева оказалась в пробке. В итоге опоздала на деловую встречу. Женщина жалуется, невозможно просчитать, сколько времени придется добираться до места. Затянувшийся ремонт дорог в центре города, отмечает она, создает массу проблем для водителей. Положили недавно новый асфальт, опять перекопали. Ну, у нас, как всегда, только положили новый асфальт, жди, что раскопают. Очень ждем, когда, наконец, вообще все дороги в городе Барнауле починят, хотя бы ямы полуметровые, чтобы убрали.
Впрочем, недовольных в городе немало. Уже неделю водители вынуждены лавировать между десятками огороженных колодцев. Дорогу на Красноармейском барнаульцы сравнивают с минным полем. Как выяснилось сейчас, дорожники поднимают канализационные люки на уровень с новым покрытием. К тому же специалистам с металлоискателями приходится искать люки, закатанные под слоем асфальта еще десятилетия назад, чтобы снова ввести их в эксплуатацию. Я не знаю, это что за инженеры, что за это коммуникацию кто-то, да, но это вообще это дурдом. Ну, на самом деле, где были, потом закатали, потом сейчас опять что-то случится, сейчас опять все это туда же. Ну, знаете что, вот это в голове, это настоящий дурдом. Им наплевать, машины стоят, все на работу опаздывают, кто в детский сад, кто в больницу, и непонятно, какой-то хаос. Между тем в мэрии нас уверили, что сначала укладывать асфальт, а затем искать и раскапывать люки – правильно с точки зрения технологии, тем более, что средства из городской казны на это не расходуют. Почти 140 миллионов рублей на ремонт дороги на Красноармейском выделили по федеральной программе. Обещают, что покрытие будет еще и качественным. 5 лет они будут служить свой срок. Если даже возникнут какие-то небольшие дефекты, подрядная организация по гарантийным обязательствам с учетом собственных средств будет их устранять. Те люки, которые мы сейчас нашли дополнительные, их переустройство ведется одновременно с теми люками, которые были заложены в проектной документации. То есть как бы сроки совмещены, и основной срок работ не нарушается. По словам властей, до конца осени в Барнауле отремонтируют еще 33 участка дорог. Так что ради комфортной езды по новому покрытию барнаульцам стоит запастись терпением. Алена Февраль, Алексей Фризин. Наши новости. В крае началась масштабная проверка пассажирских автобусов, которые используют для перевозки детей. Состояние маршрутных транспортных средств проверяют в преддверии летнего сезона. Инспекторы ГИБДД тщательно осматривают каждый автобус, на котором планируют перевозить группы детей от 8 и более человек. По правилам безопасности, которые действуют в России уже больше 3 лет, автобусы должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, защитными ремнями и огнетушителями. Также должны быть исправны осветительные приборы, тормозная система и другие технические параметры. Но на практике состояние некоторых автобусов оставляет желать лучшего. Такие полицейские не выпускают в рейс. При этом наказание ждет и водителей, и их руководителей. Максимальная санкция по указанной статье составляет для водителей административный штраф в размере 5000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Для должностных лиц сумма штрафа составляет 50 тысяч рублей, для юридических лиц 200 тысяч рублей. Директор Новоалтайского завода ЖБИ может попасть под уголовное преследование. Уже 3 месяца прокуратура города требует от него выплатить долги по зарплате сотрудникам предприятия. За это руководителя уже дважды привлекали к административной ответственности. По нашим данным, сейчас на предприятии идут следственные проверки, и он рискует попасть уже под более строгую статью. Рассчитываться с рабочими на заводе перестали в декабре прошлого года. К 1 мая долг предприятия по зарплате приблизился к 5 миллионам. Денег полностью или частично не дождались больше 150 сотрудников. Многие из них уже уволены с производства, но не спешат отстаивать свои права. Пока в прокуратуру обратились лишь 36 бывших рабочих Новоалтайского завода ЖБИ. Ведомстве опасаются, если сотрудники не поторопятся с заявлениями на бывшего работодателя, то рискуют и вовсе остаться без денег. К моменту, когда приставы реализуют имущество предприятия, в судах может скопиться немало решений о погашении долгов перед налоговой, пенсионным фондом и городской казной, которые также недополучали от завода ЖБИ. Ну, грубо говоря, чтобы судебная служба судебных приставов даже реализует имущество, да, там автомобили, там еще какое-то имущество, оно погасит 60 тысяч задолженности по заработной плате, допустим, и начнет гасить вот эти 25 миллионов долгов. И это будет обосновано, верно, но деньги уйдут те, которые на задолженность по заработной плате должны бы пойти в первую очередь. Сегодня в России выпускники сдавали первый обязательный ЕГЭ по математике. На Алтае его писали 10,5 тысяч школьников. Анастасия Дороган побывала на итоговом испытании и своими глазами увидела, что изменилось в этом году. Здесь нет лишних слов и движений. Задача преподавателей – сопроводить выпускников по всем правилам от двери школы до парты. Задача 11-классников – пока не нервничать. Хотя в таких условиях сделать это сложно. Процедура
Процедура строгая, за этим следят. Сначала общественные наблюдатели, а в кабинетах пунктов проведения единого госэкзамена, которых на Алтае 94, установлены видеокамеры. Организаторы экзамена полагают, только такой тщательный контроль не позволит выпускникам пронести шпаргалку, а учителям пожалеть школьников и подсказать им. За 10 лет проведения в России ЕГЭ и выпускники, и их родители смирились с таким форматом. Саму форму принимают, содержание тоже. А вот пропуск в пункт проведения экзамена, то есть вот эти вот административные достаточно жесткие меры, вот они вызывают вопросы иногда и критику. Вообще все привыкли, конечно, потому что все поняли, что это всерьез и надолго. Сегодня в России сдают первый обязательный экзамен – базовую математику. Ее выбрали те, кто не свяжет свою жизнь с технической специальностью. Мария Кравер решила стать мастером по реставрации. Тем не менее, к математике готовилась основательно, чего и всем советуют. Если вы думаете, что вы будете в 11 классе готовиться, то это неправда. Начинайте готовиться уже сейчас. Задания ЕГЭ по математике в этом году не изменились. Это придало уверенности сдающим. Проще стало жить и организаторам. В этот раз преподавателям не пришлось получать кимы ночью. Диск с заданиями привезли в край пару недель назад, а распечатали кимы сегодня утром. В 9:30 утра перед началом экзамена приходит ключ доступа к дискам. Они проходят, загружают его в каждой аудитории, что позволяет нам распечатать экзаменационные материалы. На оснащение оборудованием пунктов проведения ЕГЭ Министерство по образованию края потратило 20 миллионов рублей федеральной субсидии. На эти деньги купили видеокамеры, принтеры, сканеры. Еще одна новинка этого года – в экзаменационных заданиях по биологии, химии и истории решили исключить бездумное тестирование и ввели сроки для краткого ответа. Результат базового ЕГЭ по математике будет известен через 10 дней, а уже 2 июня выпускники будут сдавать профильную. Анастасия Дороган, Павел Лауронин. Наши новости. Рождественские чтения на Алтае станут фестивалем. В год 80-летия Роберта Рождественского памятные мероприятия в его честь изменят формат. К литературной части добавятся музейное, театральное и музыкальное. В Краевом управлении по культуре говорят, что это решение согласовано с дочерью поэта Екатериной. В этом году фестиваль продлится 3 дня и будет идти сразу на нескольких площадках. В Барнауле и на малой родине Рождественского в Косихе. 15 июня программа откроет фестиваль молодых литераторов. На следующий день в Краевой столице презентует аудио книгу стихов именитого алтайского автора. Их озвучили профессиональные артисты, а также известные политики и бизнесмены. Сборник создан в первую очередь для незрячих поклонников творчества Рождественского. Больше всего гостей ждут на мероприятиях в родной деревне поэта. 17 июня для них будут работать тематические выставки в местных музеях и библиотеках. Для этого они даже откроются на час раньше, чем обычно. Центральным событием станет концерт в местечке Яр Любви. Спеть там приедет Александр Маршал. Закончатся праздники народными гуляниями и салютом. В эти минуты футболисты барнаульского «Динамо» выездным поединком против омского «РТШ» закрывают сезон. Команду Сергея Шишкина устроит абсолютно любой результат. Сине-белые уже гарантировали себе второе место в чемпионате. Об этом и других новостях из мира спорта расскажет талисман хоккейного клуба «Алтай». Спасибо, коллеги. Сейчас все будет. Начнем. Как уже сказали мои соведущие, только что начался матч в Омске. Этой встречей против местных речников динамовцы поставят точку в сезоне. В свою очередь, болельщики уже начали подводить итоги. Кто-то досрочно серебряные медали расценивает как положительный результат. Все-таки наград не было с 2009 года. Кто-то, наоборот, отрицательно. Говорят, могли бы стать первыми с таким-то составом. На ваших экранах эксклюзивные кадры с тренировки сине-белых перед выездом в Омск. На базу удалось пробраться моему коллеге Кириллу Политову. Как таковой полноценной тренировки не получилось. Процесс прервал шквалистый ветер с дождем. Уже через пару часов динамовцы были в клубном автобусе. Им предстояло провести около 13 часов в пути матч и еще 13 часов на обратную дорогу. Видимо, руководителю клуба Виктору Сигареву посчитал, что трансфер автотранспортом дешевле, чем, например, железнодорожным. Вот только кто бы подумал о нагрузках 26 часов, вдобавок с непрерывистыми 90 минутами игры.
Не отходим от новостей из мира футбола. Досрочный чемпион второй лиги зоны Восток, Читинская Чита, скорее всего, не сыграет в следующем сезоне футбольной национальной лиги. По сообщению целого ряда СМИ, клуб из Забайкалья не стал подавать заявку на прохождение специальной лицензии, которая давала бы право выступить в подэлитном дивизионе. Чита еще раньше, чем барнаульская «Динамо», примерила медали. Правда, не серебряные, а уже золотые. Как ни прискорбно, случилось это после финального свистка встречи «Динамо-Чита». Именно победа в Барнауле для подопечных Константина Дзутцева позволила оформить чемпионство. Судя по всему, теперь это не так важно. Следующий сезон, похоже, начнут вместе с «Сине-белыми» в той же второй лиге. Это называется ни себе, ни людям. Переключаемся на баскетбол. Это я уже про Алтай Баскет. Сегодня 31 мая. Именно к этому времени клуб должен был определиться с кандидатурой нового главного тренера. В ответ из стана бело-синих – тишина. Напомню, коллектив остался обезглавленным после того, как его покинул Михаил Терехов. Бывший теперь уже рулевой уехал в Ярославль. Там в планах было сыграть рангом выше в Суперлиге 1. Не получилось. Теперь местный буревестник следующий год проведет в одном чемпионате с Алтай Баскетом. Как нам рассказал президент барнаульцев Михаил Панфилов, подать заявку клуб обязан до 1 июля. Круг желаемых тренеров определен. Ждать, говорят, осталось совсем немного. На этом у меня все. Любите спорт, занимайтесь спортом. Эти 2,5 минуты вы провели со мной, талисманом хоккейного клуба «Алтай», Быком Симоном. Телефон редакции прежний 722-440. Это все новости к этому часу. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире.